Нажмите на кнопку мыши, чтобы выбрать заклинание. Отпустите кнопку, чтобы его произнести. Попробуй на том бочонке. Произнесите заклинание Флиппенда, чтобы открыть засов на стене. Это поможет открыть дверь. Заклинание Флиппенда действует на многие вещи, например, на этот котел. Пните его, мистер Поттер. Я думаю, вам сначала надо решить, как переходить. Флиппенда действует на замки и пропасти. Отлично, а теперь идите, заберите сразу. Мы с вами еще встретимся. Вы можете перейти мост, мистер Поттер. Гарри Поттер, я почти безголовый Ник, привидение дома Гриффиндоров. Это книга для сохранения игры. Когда ты ее коснешься, она автоматически сохранится. Если ты не будешь с чем-то справляться, игра начнется с этого места. Ты также можешь загружать сохраненную игру с главного меню. Пока! Ты также можешь загружать сохраненную игру с главного меню. Ищи везде, Гарри. Тут есть пару секретов для открытия. Никто не воспринимает тебя серьезно, когда у тебя видимая голова. Несите заклинание Флиппенда, и ваш путь будет свободен. Блоки можно передвигать. Бегите, не останавливайтесь, и вы взберетесь на блок. Yeah!
Гном, мистер Поттер, он любит мешать молодым волшебникам. Чтобы закончить задание, дайте ему подсадку. Они быстро двигаются и довольно противны. Поздравляю, мистер Поттер, вы выполнили задание. Вы собрали все звезды, 20 очков Гриффиндору, а теперь поторопитесь на тренировку по вождению метлы. Возвращаясь в Гриффиндор, Гарри, Рон и Хермион обсуждали свои первые деньки в Хогварте. Было много разговоров о проникновении в банк чародея Гринготта. Ты будешь летать через эти магические кольца. Управляйте метлой стрелочками. Кнопки ускорения и замедления регулируют скорость полета. Внимание, по моему свистку. Yeah.
счет 20 очков Гриффиндору. Я вас также поздравляю, как первого ученика, который нашел тайную комнату. С сегодняшнего дня вы можете летать на метле в любое время. У вас сейчас будет урок магии.